Высоцкий Роман, учащийся инженерно-технологической школы 4 класса, город Санкт-Петербург. Автор Юлия Владимировна Друнина. Стих «За утрату и утрата». За утрату и утрата гаснут сверстники мои, бьют по нашему квадрату, хоть давно прошли бои. Что же делать, вжавшись в землю? Тело бренное беречь? Нет, такого не приемлю, не об этом вовсе речь. Кто осилил 41-й, будет драться до конца. Ах, обугленные нервы, обожженные сердца.